Еще недавно ничто не говорило о том, что на крутом берегу Волги в 7 километрах от Старицы были какие-либо строения. Земли эти, буквально заросшие буреломом, приобретены в частную собственность. Что там было раньше, так бы и кануло в лету. Но любознательный владелец обратил внимание на деревья, которые свидетельствовали о существовавшем когда-то здесь парковом ансамбле. После первой расчистки стали вырисовываться террасы. А когда через 3 года начались раскопки, взору исследователей предстал уникальный усадебный комплекс. Нам сюда, да? А вот до кирпичей. Скажи, сколько до кирпичей? Когда год назад археологическая экспедиция приступила к раскопкам, никто и предположить не мог масштаб скрытого под землей усадебного комплекса. Вот мы имеем основной объем галереи, крыльца, балконы к ним примыкающие. Мы имеем еще галерею вдоль, на протяжении всего северного фасада. И источники фиксируют 52 колонны. При этом разные их по форме. Квадратные, круглые, сложные формы опоры. А еще остатки роскошного парадного крыльца, внутренние дворики, множество печей, каминов и так далее, и так далее. Алексей Салимов назвал бывший когда-то усадебный комплекс уникальным памятником, которым может гордиться не только Тверская область, но и Россия. Документы свидетельствуют, что он был построен в 1740 году и принадлежал Петру Чеглокову, человеку близкому ко двору императрицы Елизаветы. В 19 веке владельцами усадьбы в сельце Новое были генералы Тимофей Тутолмин и его сын Алексей. В прошлом году мы нашли гербовый сервиз Тутулминых с гербом. И также мы находили большое количество изразцов, большое количество стекла, керамики. Конечно, попадалось каждому. И также какие-то детали металлические, железные. Например, скобы, которыми скреплялись колонны, или закрывались окна. Последующие хозяева запустили усадьбу, и она постепенно стала разрушаться. На раскопках работают студенты из Твери и Санкт-Петербурга. 2-й год перебирает по камешкам историю и 7-летний Максим. Его отец Сергей Колтович, уже современный собственник этой земли, образно говоря, и заварил эту кашу. И чем больше он погружается в историю, тем более трепетно и бережно относится к прошлому, стараясь его сохранить. Я вижу, что через 5-10 лет эта усадьба будет жить своей жизнью. Я надеюсь, нам удастся законсервировать эти руины, может быть, какие-то элементы дома бывшего воссоздать парк и проводить в этой усадьбе какие-то культурные мероприятия. К началу 21 века усадьба была практически уничтожена. Летом 2007 года сохранность ее оценивалась специалистами в 2, максимум 5%. Это сделало время, люди и элементарная безалаберность. Возможно, энтузиастам удастся повернуть время вспять и вернуть историю ансамбль по масштабам, красоте и изяществу которому нет равного в российской провинции. Ирина Пономарева, Игорь Стасюк, Вести Тверь из Старицкого района.